Дорогие братья и сестры, с Божьей помощью начинаем готовиться мы к Пасхе. Сейчас Страстная Седмица. У нас богослужение начинается со среды. Но мы будем потихоньку готовиться уже. Вот вчера вечером ходили с батюшкой, наломали вот такие ветки разные, вот и сухие. Вот, это нужны мне будут для декораций. Также вот таких веточек наломали. Еще пойду ломать, мне нужна будет и березка, веточки. Немного, но надо будет. Вот это все. Будем потихоньку все готовить. Вот это работы очень много. С Божьей помощью будем просить, чтобы Господь благословил нас. Господи, благослови, помоги и спаси нас, чтобы мы украсили Божий храм. И цветочки, дорогие братья и сестры, миленькие, привезут нам в четверг. Очень вам всем благодарна за помощь на цветочки. На цветочки мы собрали. И я сегодня утром перевела все деньги. Очень вам благодарна. И на вазы хватило нам. И на, вот, на два яйца, которых красивых. Мы будем делать пасхальный Христос воскресе. Вот, 8 ваз. И еще, дорогие братья и сестры, у нас будут цветы по всему храму. На подоконнике, плюс мои декорации. То, что у нас осталось немножко денег, то еще я докупила, потому что мне нужно было вот таких корзинок, чтобы храм украсить. Очень вам благодарна. Также вот мох мы ходили с батюшкой. Конечно, он вот такой, ну, есть всякий. Этот нечищенный нужно будет сегодня почистить. А этот мы уже почистили мох. Вот, смотрите, вот мы разлаживали, чтобы он подсох, настоящий, натуральный, живой. Вот. Хорошо мох, когда есть вот такой искусственный, но у нас здесь лес, так что у нас здесь моха очень много. Моха, веток. Так что вот таких корзинок у меня будет 4 с Божьей помощью. Господи, благослови. Также, дорогие братья и сестры, Серафима сегодня забрали. Благодарим матушку Иеротиду, что благословила мне, чтобы она, Серафима, хорошо мне читает часы. Вообще службу всю хорошо очень читает. Шестую псалмы прям читает и стою молюсь, потому что очень большая нагрузка на горло. И целую неделю служить. И благодарим матушку Иеротиду, чтобы благословила, чтобы мне Серафима помогла в храме на службе. Чтобы я смогла, потому что я одна в хоре пою, все вычитать. А мы ж не пропускаем и все служим. Вот в четверг, как Бог даст, хочется причаститься. Вчера я соборовалась. Так что простите, что я вас не поздравила, дорогие братья и сестры. И с праздником. С прошедшим вас праздником, вход Господень в Иерусалим, со Страстной Седмицей. И дай Боже всем дождать нам светлого Христова воскресения. Вот я буду уже начинать делать. Вот, начало есть. Господи, благослови меня, грешницу. Очень сильно переживаю, очень волнуюсь, потому что у нас было очень красивое Рождество. И хочется, чтобы была еще лучше Пасха. Это вот так я буду все декорации делать. Вот. А потом вот мы будем вот так красиво ложить. Где-то мне красивущий зелененький есть. Такой вот мне нравится, очень этот нравится. Вот. И вот я так буду украшать. Все-все корзиночки. Вот, все корзиночки. А потом уже вам покажу, дорогие братья и сестры, то, что вот я сейчас вот так поделаю, у меня таких 4 корзинки. А потом мы будем начинать, будем все дальше. Вот, дорогие братья и сестры, вот такое гнездо. Вот мы делаем, вот такое, видите? Вот с этой нашей. Вот сюда мы положим сено вот такое, сюда ложим. Сюда вот такое, вот сюда сколько поместится, там мы будем отрезать чуть-чуть, вот сюда мы, я приклею. У меня, дорогие братья и сестры, пистолет и свечки, все в доме. Я сейчас все уже разлаживаюсь, я просто вышла нам на улицу показать вот свой план работы. Таких у меня 4 корзинки, мы сюда вот мох приклеим. Вот сюда вот можно какое-то птенечко. Но сейчас я вот сделаю и вам покажу. И еще смотрите, вот, дорогие братья, у меня такая красота. И вот сюда мы приклеим. Это будет очень красиво. И вот такая у нас будет
Красота. Еще сюда можно вот положить вот так. Немножко сюда. Муха. И вот такая у нас будет красота пасхальная. Мне кажется, сюда подойдут вот такие, таких спрятать под маму. Еще поменьше есть. Вот. Они там так сидят, вот так. Греются. Тот так высматривает. А тот оттуда смотрит, спрятался. Дальше будто бы это их мама, а это детки. И вот получается, мне кажется, будет так красивее. Так что здесь можно добавить вот такого один цветочек. Вот. Можно два добавить. Вот. Можно вот вместе два. Вот красивее буду, если два. Так и так. Вот. Веселее стало, правда? Оно так тусло было. Так прям история. Мама смотрит пристально. Кто подойдет к моим деткам? А ну попробуйте. Я в детстве помню. Только подойди. У нее там сидит много. И всего не подойдешь. Так что вот так. Можно и сзади еще одного, знаете, что ух, и сзади еще один. Вот, дорогие братья и сестры, сделали вот такой круг мы из лозы, очень красивый. Вот здесь также у нас гнездо, перышки вот такие красивые. Вот, вот так все красиво у нас будет. Вот, на Пасху красивые вущие перышки, такое нежненькие. И вот здесь яички. Вот, здесь также хочу что-то придумать, здесь сюда что-то поставить. Вот, сейчас я принесу, потому что они все под рукой. Очень тяжелые, ну, очень тяжелые. Вот, дорогие братья и сестры, у нас получается вот такой пасхальный красивый круг. Вот, вот такая палка, как в лесу бывает. Вот, и здесь поют два птенчика. Вот, я еще это не приклеила, но сейчас приклею. Будет очень-очень красиво. Вот.